Три, два, один. Идет запись. Михаил Михайлович Рульков позвонил в студию «Глобальной волны». Михаил Михайлович, сегодня 2 февраля 2023 года, 17 часов 40 минут. Ну вот, я продолжением нашей борьбы сегодня приехал в Бутырский суд. Угу. И потребовал с этой сучки, по-другому судью это назвать не могу, потому что я даже в своих обращениях там так писал. Потребовал, значит, в письменном виде определение суда, которое она мне не дала, будучи в раже в таком, что она победила. Ну, считаю, что с небольшими трудностями, но я такое получил. Я сказал, ну вы обязаны в течение 5 дней. Она говорит, 5 дней не прошло. Я говорю, нет, это ни о чем не говорит. Вы в течение 5 дней, вы должны были радоваться, что я пришел и получил в письменном виде. Значит, она на моем экземпляре написала, что, значит, она мне вручила. Я в ее экземпляре написал, что я получил лично. Вот, а третье послание я оставил председателю суда, чтобы они понимали, что борьба продолжается. Угу. Дальше я хотел поехать к прокурору, но поскольку прокурор, значит, не знал, что я получил, а там столько ляпов и обманов, что я решил написать дополнение прокурору. И вот я сегодня пишу дополнение прокурору, что тут сплошная ложь, и все это собираюсь, значит, посетить прокурора, который находится у улицы Яблочко, дом 49. Это межрайонный прокурор, Бутырский прокурор. То есть тот, который надзирает на деятельности суда. Угу. Вот. Я не знаю, чем закончится наше посещение прокурора, но я хотел бы, чтобы «Глобальная волна» в рамках народной борьбы за освобождение Святой Великой Руси зафиксировала сей факт. Как вам мое предложение? Какого числа? Ну, обычно у них по понедельникам, но я хочу завтра посетить, значит, записаться, потому что без записи они теперь уже никого не принимают, ограждают себя всякими разностями. Хорошо, запишитесь на прием и укажите, что будет сопровождение СМИ, видеосъемка. Да, но дело в том, что в комплекте документов, на качестве которой я прикладываю прокурору, там есть, что мы можем вести съемку без разрешения, потому что я опираюсь на международные законы и наши российские законы. Но поскольку он как законник прекрасно понимает, что если он нарушит, главный законник, прокурор нарушит закон, то он попадает в следующий этап. То есть он попадает уже в Московскую городскую прокуратуру. Мы будем на него жаловаться. Он прекрасно это понимает, он видит развитие сюжета, конечно, он глупостями не будет. А что ему? Он должен будет признать, что они не правы, и он своим прокурорским, значит, представлением пишет в коалиционную коллегию судей города Москвы. А, значит, чтобы коалиционная коллегия определила, насколько нарушили эти господа председатель суда и судья Перова Татьяна Владимировна. Угу. А не ответить на, значит, представление прокурора невозможно, потому что иначе будут неприятности у самой комиссии. Комиссия такая добровольная, собирается раз там в 3-4 года или 5 лет, ну, насколько там они избираются, я точно не могу тебе сказать, но тем не менее могу узнать. И поэтому коалиционные коллеги судим очень много, там хлебное место, там есть доплата финансовая. Они, конечно, не будут скрывать, что эти сучки, ну, по-другому я их теперь не называю, вот, они нарушили такие-то статьи. Хотя я знаю, какие статьи, но тем не менее, коалиционная коллегия должна. И как только они своих товарок выдадут, после этого прокурор на основании решения коалиционной комиссии направляет Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации о снятии неприкосновенности и предании суду как обыкновенных граждан. Вот на этом мы можем поставить только одну точку. Следующую точку мы ставим, возвращаем из Зеленоградского суда
значит, в суд на это самое Бутырский. Почему? Потому что эти девушки, ну, мягко скажу, уже не сучка, а девушки, они, значит, нарушили волеизъявление господина Грефа, который хотел именно в этом суде получить сатисфакцию. Но он их не получил, то есть они нарушили его волеизъявление. И мое волеизъявление, значит, побороться с ним в Бутырском суде на его поле, на своем-то поле в Зеленограде я могу спокойно выиграть этот суд, потому что 18 лет, ну невозможно 18 лет требовать. Раз ты исковую давность пропустил, разумный срок пропустил, все, гуляй, Вася. Более того, мои экономисты почитали, что эта сумма, теперь я ее называть не буду, потому что у меня девушка, которая мне проводила экономический расчет, она сказала, что ж ты озвучиваешь. Они могут подготовиться, они могут что-то еще там с твоей глупости. Поэтому, говорю, энное количество очень больших миллиардов мы получим. И тогда я обещал, что глобальная волна, как ты помнишь, мою заключительное слово, значит, получит свое прекрасное здание, где она может монтировать все свои... Так, Михаил Михайлович, это еще 18 лет прошло, еще 18 лет ждать здания, у нас нету времени. Значит, создали мы чат в телеграм-канале «Школа космических знаний». Динамика такова, что из 1000 просмотров людей 37 участников. Вот тебе температура по больнице. Ну, маленькая температура, ничего страшного. Ничего страшного. С каждым новым, значит, это самое действием, которое мы будем озвучить и посылать в эфир, число сторонников. А потом я тебе хочу сказать, ты не ученый и не можешь сразу же... Ты сказал среднюю температуру по больнице? Да, на сегодняшний день это так. Но люди очень быстро обучаются, а война, которая сейчас идет на Украине, она ускорит этот процесс достаточно быстро. Люди понимают, что мы воюем против всего мира. И самое главное, самое удивительное дело, почему до сих пор каналы, значит, получения вооружений из западных стран не разбомблены. Так, Михаил Михайлович, это вопрос... Михайлович, пожалуйста, давай, не надо то, о чем тысячи сюжетов другие люди делают. Вот у нас на практике подготовка съезда Союза коммунистов. Нужно заполнить 10 анкет. 5 мы заполнили, 5 еще нужны добровольцы, кто готов выставить нас делегатами на этот съезд. Значит, существует... А зачем тебе съезд, Ярослав? Ну зачем тебе съезд коммунистов? Они уходящие натуры, ушедшие натуры. Михаил, давай я тебе расскажу, я тебе... пожалуйста. Да, давай, я слушаю. Значит, есть финансист, который вливает деньги для того, чтобы арендовать Крокус Сити Холл. В рамках действующего мероприятия я смогу написать записку с просьбой предоставить мне выступление с трибуны 5 минут. За эти 5 минут я озвучу свои предложения представителей глобальной волны по созданию рая на планете Земля. И это будет поддержано, либо не поддержано. Значит, это творческое задание редакции, я должен его выполнить. Предлагаю гражданам в максимально короткие сроки заявиться в чате и заполнить анкеты. И чем больше делегатов на съезде будет, тем лучше. Не каждый день я, это проходит. Я тебя услышал. Видишь, куда вывернулся наш разговор? Я тебе могу сказать, что в принципе, выступление даже на этом форуме не возбраняется. 5 минут тебе достаточно будет мало. Ты попроси 6 минут. Тебе дадут 7. Это из практики того, если ты заинтересуешь зал. Угу. Жириновский тоже просил в свое время 5 минут, а разговаривал по 25-30 минут, потому что он был великий пророк. Но его убили, к сожалению, потому что он являлся очень весомой кандидатурой на президентский пост. Михаил. Мы еще очень много будем жалеть, что все его пророчества сбылись, да, даже те, которые... Значит, он опередил свое время. А там еще он заложил капсулу на 36-й год. Вот 36-й год, мы когда откроем капсулу, мы еще больше удивимся. Потому что там, ну я предполагаю, Святая Великая Русь займет свое достойное место во главе всех стран, которые стремились к освобождению. Точка.
Благодарю. Давай, я поехал на съемку, а сюжет сейчас за 5 минут успею закачать в сеть. Добро. Все, добро, давай. Приглашай, пожалуйста, пригласи людей подключаться в чат, и нужны в подписном листе нужно ставить подписи, надо понять формат, как это делать. В чате это все мы можем решить. Ярослав, там ситуация вот какая. Я это самое Диме переслал, ну, типа какой должна быть. Я, к сожалению, не могу делать графику. Я из тех, значит, графических вещей, которые я защищал одну даму, и мне нужно было сделать вот номер по порядку, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, подписи. Таблица, да. Таблицу я не могу. У вас есть человек, который может эту таблицу нарисовать? Сейчас в чате все сделаю. Я снимаю сюжет, активисты сейчас посмотрят этот сюжет, я выложу его в чат. И на нас, Дмитрий Захарович, нельзя все вешать. Вот я сейчас с тобой поговорил и несусь к 19 часам снимать Ефимова. И дальше. Все, я понял, хорошо. Больше не отвлекаю тебя, но как тебе мое предложение заснять действия у прокурора? Я за. Главное, прошу тебя согласовать, чтобы не было, чтобы пришли, дверь поцеловали и ушли обратно. Нет, мы только под запись вот записались. И пришли под запись. Хорошо. Но исходя из того, что мне никто не отказывал, вот, то я думаю, что прокурор не откажет тем более. Все, договорились. До связи. Все, давай, есть. Стоп, снято. 2 февраля 2023 года, 17:50.